Приветствую на своем канале, друзья. Сегодня у меня Samsung Galaxy Grand 2. Не так недавно я снимал видео по замене тачскрина на данном телефоне. Ну и попался в руки Grand 2 с разбитым уже экраном. Я подумал, было бы неплохо снять видео с разбитым экраном. Итак, снял все болты. Сейчас я вам покажу, что с ним. Вот что с ним. Надеюсь, тач целый. Звуки есть. В общем-то, будем надеяться, что не работает только тач, только дисплей. Итак, разбираем смартфон. Цельная рамка у нас идет. То есть здесь основная задача это снять в целом тачскрин. Итак, давайте, наверное, здесь вот он вот соединяется по бокам, в принципе, видите, да, можно нагреть, давайте нагреем. Так. Отсоединяем аккуратно, не касаясь стекла, дабы его не повредить. Сильно старайтесь не изгибать, чтобы внутри, не дай бог, не треснуло. Galaxy Grand 2. Так, здесь у нас защелка. Аккуратно снимаем. Дисплей, давайте сразу попробуем его. Отсоединяем разбитый, подсоединяем новый. Кстати, да, здесь у нас еще находится разъемы для тачскрина. Вот один и вот второй. Забыл сказать. Итак, где у нас кнопка включения? Тут меня отвлекли немного. Включаем смартфон. Включили смартфон.
SMG7105. Ну, судя по всему, экран нормальный, я думаю, можно менять. Можно менять. Итак. Итак, что мы делаем? Соединяем камеру. Так, снимаем нижний винтик. Широкий. Так, здесь у нас шлейф динамика громкоговорителя. Еще один винтик системной платы. Так, сейчас я, наверное, поставлю на сепаратор, дабы прогреть его полностью, так будет быстрее. Ставлю на сепаратор. 100 градусов я выставил. Вот. Ставлю на паузу пока. Итак, друзья, продолжаем снимать. Видите, да, температура моего телефончика 102 градуса. Не бойтесь нагревать. Больше 100 выставлять не советую. 100 вполне достаточно, такая оптимальная температура. При такой температуре можно легко снять тачскрин, либо просто стекло, которое сидит на двойном скотче, либо на экране, либо на рамке, неважно. Аккуратно отсоединяем, клонит сепаратора, можете воспользоваться термофеном. Сама замена дисплея несложная. Напоминаю, основная задача — снять нормальный, точнее рабочий тачскрин, не треснув, не поцарапав, даже не испачкав его. Старайтесь не касаться тачскрина. Итак, вот сняли верхнюю. Легко снимаем металлический экран задний. Вот все это, в принципе, я уже показывал на видео, когда менял тачскрин. Разъемы, вот о которых я говорил. Так, аккуратно. Давайте отсоединим сначала разъемы тачскрина. Второй. Так, и теперь соединяем дисплей. При необходимости можно подогреть еще, если дисплейный модуль остыл. Тот инструмент, которым вы отсоединяете дисплей у тачскрина, старайтесь держать вот таким вот способом, образом, ближе к дисплею, чтобы не пачкать тачскрин, потому что при малейшем касании тачскрина останется пятно, которое придется вам потом удалять. Соединяем аккуратно. Так. Итак,
что у нас, что мы имеем. Нижний модуль, кнопка Home, вибратор. Здесь у вас металлический экран и дисплей. Итак, надеюсь, разъемы рабочие. Дисплей там мы проверили. Вот, работоспособность он рабочая. А вот разъемы могут быть повреждены, либо бракованы. Поэтому будем надеяться, что все нормально. Застегнули. Так, аккуратно убираем этот самый пластик. Этим же пластиком можно удалить пыль с поверхности тачскрина. Очень хорошо удаляется. Без следов. Пыль уже успела сесть. Дисплей. Итак, не прилипая, ставим дисплей в рамку. Вот. Вставляем нижний модуль. Напоминаю, все это пока удерживаем пальцами, не наклеивая ничего. Теперь можно их немного прижать. Способом старайтесь почувствовать, да, вот пальцами, чтобы одинаковое расстояние было между рамкой и концом тачскрина. Так, далее мы ставим материнку. Стягиваем разъем дисплейного модуля. Камеру ставим обратно. Два винтика широких закручиваем. Так, не туда. Вот сюда вот один. И вот здесь у нас был второй. Вставляем в рамку. Все, у нас сила. Батарея. Включаем смартфон. Эх. Вот у меня пыль залетела сюда, видите. Пыль залетела. Откуда она взялась? Ну да ладно, сейчас я его открою, почищу. Тем не менее, дисплей мы поменяли. Закручиваем винты, они все одинаковые. Вот, подписывайтесь на наш канал. Вот. Задавайте вопросы. Всем удачи в ремонте. До новых встреч. До свидания.